Пять практических вопросов в академической сфере. Информационная система образования – это база данных онлайн, которая документирует и систематизирует данные, относящиеся к обучению в университете. Каждый университет имеет собственную информационную систему образования, которую используют преподаватели, персонал и студенты. Посредством информационной системы образования можно регистрироваться на учебные курсы, отслеживать академический процесс, получать учебные материалы и подавать заявки. Академические пункты, кредиты, баллы, ЭЦТС на английском языке, ЕАП на эстонском языке можно получить в эстонских университетах за 26 часов работы. Это время может быть проведено в различной комбинации работы – в аудитории, лаборатории, библиотеке, вне университетского комплекса и дома. Европейская система перевода и накопления баллов, ЭЦТС, является стандартом для сравнения учебной успеваемости и представления получающих высшее образование студентов по всему Европейскому Союзу и в других сотрудничающих европейских странах. ЭЦТС-баллы присуждаются по результатам успешно законченного обучения. Признание предыдущего обучения, РПЛ, это процесс, который позволяет учитывать предыдущие знания и опыт. Во всех эстонских высших учебных заведениях действует регламент РПЛ. Более подробную информацию вы можете получить в своем университете. Эстонская научно-информационная система ЭТИС содержит информацию об исследовательских и прикладных научных учреждениях, ученых, научно-исследовательских проектах и результатах научных исследований. ЭТИС является также каналом для представления и рассмотрения заявок на гранты. Если вы активны в сфере научных исследований, то вам будет очень полезно создать персональный аккаунт в сети ЭТИС. EURACCESS – исследователи в движении – это инициатива европейского исследовательского пространства ERA, направленная на распространение информации и оказание услуг поддержки для профессиональных ученых-исследователей. Она поддерживает мобильность ученых и развитие карьеры. В Эстонии находится 9 центров обслуживания. Контакты для персональной помощи можно найти на эстонской веб-странице EURACCESS.